Всем привет! Вы находитесь на канале Мистер Зайка. И да, сегодня у меня наконец-таки обзор моей всей коллекции Little Pet Shop. Я думаю, вы сразу обратили внимание на этого пэта, которым я приветствуюсь. Вы бы могли просто сказать то, что, у тебя же есть стоячки, чё ты ими не приветствуешься? Или доги, колли, таксы, спаниели, сидячки, тебби-кэт. Мог бы ими поприветствоваться. А у них и так много ролей. Я даю им всегда роли. У них всегда есть роли какие-то. Этот пэт, я первый раз вообще его свечу на этом канале. И это сейчас. Потому что я никогда не давал никаких ролей, допустим, осьминогам, китам, морским конькам, разным морским жителям. А почему, допустим, морской черепахе можно сниматься в видео, а морскому коньку нельзя? Просто я решила его заснять в этом видео. Ладно, и поскольку я уже начал говорить про свою коллекцию LPS, давайте я вам тогда ее быстренько покажу. Но не просто, я сначала сделаю маленький обзорчик. Я сейчас его начну делать. Итак, давайте начнем. Я думаю, вы сразу заметили вот эту вот огроменную, сейчас вот фокус, огроменную коробку. Здесь лежат все мои пэты из старой коллекции. Здесь сверху тут 3 яруса. Сверху лежат кошки, дальше собаки. А здесь вот лежат все животные, кроме кошек и собак. Все из старой коллекции. Дальше вот, такая вот коробочка, тут тоже лежат пэты. Я вот тут не буду светить, потому что тут просвечивает. Тут лежит всего 4 пэта. Вот. И так ничего интересного больше. Здесь лежат пэты все маленькие, маленького размера, то есть вот меньше, чем вот этот вот конек. То есть из новой коллекции маленькие пэты. Вот здесь самые маленькие пэты лежат. Здесь лежат пэты из новой коллекции, которых я больше всего люблю. А здесь лежат мои оаки. А здесь нет оаки. Вот здесь, вот в этой коробочке. Так, я это, кажется, закрою. Вы там одного пэта могли увидеть. А дальше, вот здесь у меня лежат оаки. Тут тоже просвечивается. А здесь вся моя новая коллекция LPS. Да. Ну и давайте обзор начнем. И да, я забыла вам сказать, то, что вы можете не считать пэтов, если вам интересно их количество. Я сам их посчитаю во время того, как я буду их показывать. И в конце я вам скажу, сколько у меня пэтов. И ладно, давайте начнем! Thank you.
Итак, это была вся моя коллекция Little Pet Shop, пэтов или же LPS. И сейчас я вам готов показать все эти масштабы, и после этого я скажу вам количество. Это ужасная интрига, это ужасно прекрасная интрига для вас. И я сейчас скажу, сколько у меня пэтов, и покажу вам их масштабы. Поскольку я снимаю на подоконнике, я могу это доказать. Вот у меня подоконник, вот ручка. Вот, все. Да, у меня тут маленькая свалочка. Но это не важно. Тут есть пэты. Еще пэты. Еще пэты. 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 Еще раз пэты. У меня вообще не влезает в камеру эти масштабы. У меня под палочкой стоит, он такой одинокий. Даже камера не фокусируется. Ну, чуть-чуть только если. Ну, короче, вот же вот так. Здесь у меня все старая коллекция, свечки, доги, коли, таксы и так далее. Кошки, собаки. Тут чуть-чуть есть вот мои любимые пэты. Ну, не любимые, но просто такие пэты, вот более всем известные, такие как лисы. Допустим, вот такая вот эта вот ласточка. Вот эту, я думаю, мало кто знает, но все равно. Я писала о том, что у него такая вот есть интересненькие потом дракончики. Вот тут такого ничего нету. То есть, коров тоже знают некоторые. Здесь такие маленькие пэты. Ладно, давайте я уже сначала вам скажу, сколько у меня всего. У меня 237 пэт. Вот. Вот такие вот маленькие, я их мечтал. Такие вот маленькие. Поэты дальше оаки идут. Вот. Дальше здесь все поэты, кроме кошек и собак. Но здесь тоже, конечно, вот они есть. Ну, просто это большее количество этих поэтов. Все из старой коллекции, то есть это все из старой коллекции. Ну, кроме лаков, там, ну, вот этих вот маленьких поэтов. Дальше вот идут поэты вот такого вот маленького размера. Они меньше, чем вот этот. Логично. Я думаю, вы поняли, что это за пэты. Такие вот маленькие. Не их много. Дальше вот такие вот пэты идут. Это из новой коллекции. Все из новой коллекции. Из коллекции еще с дырочками. Из второй, из первой серии. Вот этот вот из первой серии. Из той серии, которая коллекции еще была не названа. То есть просто их выпускали. То есть там не было еще вот, допустим, вот таких вот пэтов, или же вот так, вот таких вот не было там. И еще не было каких там не было. Ну, многих там не было. Ну, короче, это коллекция без названия. То есть они продаются там без, допустим. Ну, вот они не. Это не вот эта коллекция. Я не знаю, как вам объяснить. Ну, короче, на упаковке на этой коллекции написано именно первая серия, а вот на таких вот пэтов, как этот, написано просто ничего не написано. Дальше вот этот вот из первой серии, то есть там уже было написано то, что первая серия. И вторая серия, вот этот, допустим. И какую первую вижу? Козлик из второй серии, вот это вот из второй серии. Вот это из второй серии. И еще один пэт. Овечка из второй серии. Я не знаю, где она.
и вот такая вот овечка из второй серии. Все остальные из первой серии, и из серии без названия, и из вот этой серии, которая еще не серия. Ну, с дырочками, короче. Староновый пыт. Вот так вот. Большое спасибо вам всем за просмотр, за подписки и лайки. Спасибо вам всем за зайчатки. До новых встреч, мои зайчатки. Пока-пока. Желаю вам удачного дня.